Вопрос. Разрешается ли покупать золото в интернет-магазинах онлайн? Основа при покупке золота – это то, что сделка должна происходить, что называется, из рук в руки. Это в основе. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Золото за золото, серебро за серебро, пшеницу за пшеницу, ячмень за ячмень, финики за финики, соль за соль. Все подобное за подобное следует продавать, передавая равное количество за равное из рук в руки». Покупка-продажа золота осуществляется из рук в руки, и проблема при покупке онлайн – то, что оплачивается покупка, а через время приходит сам товар. Оплачиваешь сразу, а получаешь покупку через время. Однако, если онлайн по интернету, мы выбираем товар, заказываем его, а оплату производим непосредственно у курьера по прибытию посылки, когда мы отдаем деньги и получаем изделие непосредственно после оплаты, в таком виде купли-продажи золота нет никаких проблем, иншааллаху та'аля. Есть некоторые разногласия среди обладателей знаний в отношении золота как изделия и в слитках. Изделия одни понимают, как любой другой обычный товар, и не ставят условия из рук в руки при его покупке. То есть в этом разногласие среди ученых. Но в любом случае, более безопасное мнение при покупке золота и золотых изделий онлайн – осуществить выбор и заказ по интернету, а оплату непосредственно по прибытию заказа, либо по оплате, по карте, либо кэшем. Валлаху алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху.